Всем бобра, с вами капитан Немов. Хочу поделиться своим опытом по модернизации координатного столика и стойки для дрели, которые я купил на AliExpress. Мне нужен маленький токарный станок, чтобы он разбирался. И вот я решил сделать из этого координатного столика, из этой стойки, вот такой станок, значит. Вот проблема у этого столика в том, что у него есть поперечный люфт. Вот как его надо было убрать, я подумал, решил сделать вот такую детальку. Вот здесь я нарезал резьбу, вот резьбу на М6, да, и вот эта деталька крепится на сквозняк прям к платформе двумя обычными саморезами. Внутри платформы стоит деревянный блок, который тоже закреплен с той стороны саморезами. Деревянный блок 2 сантиметра толщиной. Здесь по размерам. Сейчас определим. Я уже забыл. В общем, тут получается 6,5 на 9,8. Вот. Прикручивается он сюда. С этой стороны. И вот с этой. Вот с этой стороны прикручивается у нас та деталька, которую я показал. Вот она. И с помощью вот этого болта можно зафиксировать, убрать вот этот люфт. Просто зафиксировать ее. Закручиваешь, зафиксируется. Ну вот так вот это выглядит все. Вот. Такая система очень простая и надежная. И что касается задней бабки. Задняя бабка из фанеры. Вот фанера. Здесь шпиндель установлен на подшипнике. Он упирается вот туда вот. А здесь его можно вытащить с этой стороны, как бы. Ну и здесь обычное крепление. Все на шурупах, на клею. Вставляется очень просто. Так, здесь на координатном столике сделаны две направляющие. Профиль ПВХ. Пластиковый такой твердый, но можно сделать из дерева толщиной 8 миллиметров, здесь поставить какие-нибудь направляющие. Значит, самый большой гемор был с тем, как совместить это вот всю систему. Сначала нужно было по высоте определить, чтобы точно совпадало эта точка и это. Вот. Потом пришлось. Ну, это с помощью вот такого, у меня есть длинное сверло. Я его сюда вставил просто. И отрегулировал параллельность. Ну, замеряешь вот здесь и здесь. Должно быть одинаково. Вот. Вот они сошлись. Две точки у нас. Сошлись. Дальше тут еще был косяк, то что криво была наклеена линейка, пришлось ее переклеить. Вот потом по высоте я определил положение этой стойки, в котором, ну, ведь вся высота же не будет меняться, поэтому высота будет одна и та же здесь. Поэтому для усиления я вкрутил сюда болт на 8, прямо на сквозняк. Вот сюда вот. Чтобы она не крутилась, потому что у нее здесь тоже вот такой вот люфт имеется. И фиксируется это все винтами. Вот. Тут же установил
Ну, отметил там высоту вот этой муфты, чтобы быстро устанавливать. Вот, дальше, ну, в принципе, и все. Тут закрепил, закрепил. Все параллельно. Сейчас соберу и посмотрим. Осталось сделать только подручник. Ну вот я закрепил координатный столик на основу. Кстати, это ДСП. Это все дело прижал стоп-цинами. К верстаку. И теперь надо будет отрегулировать это все. Подвигаем. В принципе, соосность нормальная. Ну, в общем, включим сейчас. Работает. Работает.